Запах типографской краски чувствуется далеко за пределами библиотеки, где сегодня свой комплект новеньких учебников получают учащиеся 7 классов 18-й гимназии Черкесска. Пока ребята отдыхали на каникулах, школа вовсю готовилась к началу учебного года. Мы получали поэтапно 3 раза. Начали получать в мае месяце, последнюю партию получили в июле месяце. Получили 2454 экземпляра учебников. Особая нехватка учебников была английский язык, автор Биболетов. Полностью 100% получили. Все дети укомплектованы учебниками. Мы в этом году впервые получили русский родной язык с 5 по 9 класс. Школьники признались, что в старых учебниках часто сталкивались с записями на полях от предыдущих пользователей, которые нередко содержали ответы на задания, а такие подсказки совершенно не способствуют успешному закреплению материала. Ребята уверены, что с новыми учебниками учеба пойдет продуктивнее. Мне очень приятно будет обучаться по этим учебникам, получать новые знания. Учебники очень чистые, и я очень рад, что один из первых получил данные учебники. Когда на носу начало учебного года, важно соблюдать санитарные правила и не допустить новой вспышки коронавируса. Поэтому процесс выдачи учебных пособий организован с учетом всех мер безопасности, и каждый класс приходит за своим набором в строго определенное время. Процесс организован по графику. Дети уже знают с классным руководителем, в какой день приходить, в какое время. И классный руководитель вместе с библиотекарем получает комплект учебников. Напомним, что в прошлом году для обеспечения школьников республики бесплатными учебниками за счет бюджета было приобретено 135 тысяч учебных пособий. Всего же за 2 последних года книжный фонд школьных библиотек пополнился на 230 тысяч экземпляров. Райме Шен, Далиль Мирза, Архыз, 24.